Бабушка для кошки стряпает котлетки. Под ее окошком веселятся детки. Озорные чувства в воздухе летают, а бабуле грустно, все повырастали. Дома только кошка и цветы в горшочках. Пишут внук и дочка на инет-листочках. Вдруг на подоконник чудо в перьях село и, кивнув спокойно, кухню оглядела. Улыбнулся ротик, а бабуля с лаской: «Хочешь бутербродик с докторской колбаской? Скушай, ангелочек, скушай, Бога ради, позже, ближе к ночи, напеку оладий». Ангелок, внимая, с маленькой гримаской попросил: «Бабуля, расскажи мне сказку». И, обняв старушку крылышком за шею, прошептал: «И люди утешать умеют».